Тем темным богам ты слушаешь, что поощряют такую уебищную лень и желание объебать. Маргинал, а есть такое, что у мужских гениталий какое-то отвратительное название? Вульва, вагина... А, у женских гениталий какие-то отвратительные названия. Вульва, вагина, влагалище. Звучит как боги хаоса из Вархаммера или название болезни. А вот член и пенис — это прям как древнегреческие боги. Аж произносить гордо. Да, вот так вот, да. Ну это в русском языке так только. Есть такое. Поэтому русское порно так кринжово, ну, не выглядит, а звучит.